меня вот боль, я что-то и не чувствовал. Боль я тогда же, вот боль, это знаете, когда чувствуешь боль, вот, например. У тебя дупло появилось, дупло, туда писа залетела в дупло. А ты ее оттуда в дупле, она же дупло маленькое, ты ее как оттуда эту пищу? Вот? Никаким макаром не... Вот эта писа и боль делает, а там гниение все происходит, вот эта боль и получается, вот эта боль, вот это. А потому что пищу как ты оттуда выкрыть? Ломай этот зуб. Вот когда ты его сломаешь, этот зуб, боли не будет. Все. Вот сломаешь этот зуб, пускай корни останутся там, а ты зуб сломаешь, вот этот зуб, раскрошишь его, возьми вот там в дупло вот так. Это. А когда засунь острый что-нибудь так налево-направо, повернул, и оно вот все раскрошится. Все, раскрошилось, зуб дребезги твой рассыпался, корни останутся. Не бойся из-за корней, что там корни остались. Это все, вот, это все пугают в эти врачи, на, они, это все херня. Природа сама тебе все сделает и поможет, на, все. Только пищу, когда ешь, а то у нас же как, вот человек нажрется, да, нажрется чего-то, напьется, пьяный лежит, встал, на зубы не почистил, ничего, у него изо рта как из помойки воняет, на, вообще.